Эта инициатива очень своевременная, и она нужна, потому что мы любим наш город, мы ему безмерно должны. Когда бросил клич, как говорится, среди своих, вот, все с радостью откликнулись. Я думаю, мы все вместе сделаем это большое дело. Вот, дадим новое вдохновение нашему городу. Приглашаем всех, кто любит этот город, 12 апреля поддержать нас. Будьте с нами.